Всем привет! У нас сегодня животрепещущая для многих тема. Тема отношений для многих сейчас является важной, серьезной. Я постараюсь привнести немножко позитива, как обычно, но те, кто находится в подобных отношениях, о которых мы сегодня будем разговаривать, будут понимать, о чем я говорю. Прежде чем мы начнем, всем привет, кто подключается. Кратко расскажу, какой будет план вещания. И, в общем, будем погружаться. Значит, о чем мы поговорим? О том, что такое кармические отношения, какие признаки, что такое близнецовые пламена, какие признаки, как аннулировать контракты и соглашения. Это очень важная часть для тех, кто готов избавляться от тяжелых уроков, для кого это очень болезненно и сложно. И ответы на вопросы и комментарии. Было очень много вопросов, комментариев. Также я оставляла диалоговое окошко в сторис, поэтому также я поотвечаю и на вопросы. Очень важно сказать о том, что я общаюсь, да, передаю знания, являюсь ретранслятором своего личного опыта и опыта людей, с которыми я работаю. Поэтому наша вселенная многомерная, в ней возможно совершенно абсолютно все. То, чем я делюсь, это то, через что я прошла сама лично. И да, возьмите то, что ваше, оставьте то, что не ваше, как обычно. Так. Я вижу, ребят, здоровайтесь, пишите комментарии. Отвечу, как обычно, после того, как я закончу свое теоретическое вещание. Давайте по порядку. На что стоит обратить внимание в самую первую очередь? Это доверять только себе. А иногда мы можем и себе не доверять, поэтому мы и поднимаем эту тему, потому что, наверное, точкой соприкосновения подобных отношений является именно то, что мы в болевых точках роста будем находиться в очень сильных сомнениях и переживаниях. Именно в такие моменты нам хочется найти какого-то подтверждения извне. Мы начинаем судорожно искать какие-то доказательства, какие-то подтверждения, которые, чем меньше у нас связи со своей внутренней опорой, тем больше нас это может уводить со своего истинного пути. Поэтому я, опять же, и на своем опыте могу сказать, и на опыте людей, с которыми я работала, находящихся в подобных отношениях, нас можно легко сбить с пути именно в моменты, когда мы находимся в сомнениях. Поэтому доверять только себе, верить только себе, не слушать никого, меня в том числе, если вы чувствуете, что с вами какая-то информация не резонирует. Также был вопрос касаемо того, могут ли такие отношения быть не только между мужчиной и женщиной, и, например, не только между партнерством любовным. Я эту тему не касаюсь, потому что я в ней не являюсь, так скажем, человеком, который пережил этот опыт. То, о чем буду говорить я, это отношения мужчины и женщины, потому что у меня в работе и в опыте отношений, там, например, родитель-ребенок, не было подобного плана, но я знаю, что они существуют, поэтому если вдруг вы чувствуете резонанс с тем, что у вас подобные отношения, которые не являются отношениями мужчины и женщины, вы можете найти информацию по своему запросу, но сегодня мы будем говорить о другом. Что здесь важно дальше сказать? Я буду говорить об общих признаках. Мы все с вами знаем, что есть
какой-то собранный коллективный опыт, но всегда во всем присутствует наш личный, уникальный, индивидуальный путь. Поэтому здесь я буду часто возвращаться к тому, что необходимо слушать самих себя. И опять же, если вы чувствуете, что, например, какой-то из признаков с вами не откликается, какая-то из составляющих вам не хочется ее перенимать по какой-то, по той или иной причине, вы также эту информацию просто оставляете на обочине и двигаетесь с тем, что резонирует конкретно с вами. Почему мы будем говорить о трансформации? Потому что и кармические отношения, и отношения близнецовых пламен – это трансформационные отношения. Есть взаимоотношения родственных душ. Я о них сегодня говорить буду меньше всего, практически не буду этого касаться, потому что родственные души – это союз, который строится на абсолютной гармонии и взаимопонимании. То есть там могут присутствовать элементы трансформационные, но, как правило, это уже гармоничное слияние, где нету такого, так скажем, вот этой трагической, драматической составляющей. Многие ее называют кармической. Там, да, в общем, вы меня здесь поняли. Дальше я сейчас в первой части пройдусь по кармическим отношениям, во второй части буду говорить о близнецовых пламенах. Мы с вами перечисляем признаки распространенные, и я буду делать свои пометки, в чем различия могут быть для того, чтобы кто-то, если находится сейчас на перепутье, не понимает, да, что конкретно у него происходит, была возможность немножко сделать шаг назад и более, так скажем, с трезвым сознанием посмотреть на то, что происходит. Значит, непонятно, да, из названия уже, что кармические отношения – это уроки. Это уроки и опыт. Эти отношения всегда способствуют росту, но этот рост может быть быстрым, а может быть медленным, в зависимости от того, так, кто там? В зависимости от того, какая скорость той или иной трансформации происходит. Они предназначены для облегчения в какой-то степени уроков. Как правило, это тянущиеся из предыдущих воплощений. Здесь и первый, и признак, да, первый признак, который может указывать на то, что это кармические отношения, это именно ощущение того, что вы этого человека где-то уже встречали, и вот это вот, знаете, мы, наверное, вот с тобой с прошлых жизней, да, взаимодействуем. То есть вот это первое распознавание, да, именно на каком-то таком тонком духовном, душевном уровне. Да, первый признак – это существует мгновенная связь. Чувствуем, что знали этого человека раньше, возникает предчувствие по этому поводу, и часто возникает страх и какие-то непонятные тревожные ощущения. Знаете, такое как предчувствие того, что будет какой-то кардебалет. Второй признак – большое количество драм, драматичных ситуаций на взводе, на срывах. Это очень бурные, очень эмоциональные отношения. И часто именно драма является основой подобных трансформационных отношений. Третий признак кармических отношений. На ранних этапах уже возникают красные флаги. Много красных флагов. Триггер является частью именно того самого урока, который необходимо пройти. Поэтому делайте себе пометки сразу, если вы чувствуете, что вы в трансформационных отношениях, но не можете пока понять, какого они характера.
делайте себе пометки, что конкретно вызывает дискомфорт, да, и вот эти красные флаги, вы будете их чувствовать абсолютно точно. Четвертый признак кармических отношений, они часто приводят нас к разочарованию. Если мы чувствуем разочарование, непонимание, скорее всего, мы находимся именно в кармических отношениях. Это происходит потому, что это не идеальный союз, а это точка роста для часто обоих участников. Пятый признак. Тяжело находиться рядом. Вот это тот самый феномен, когда и вместе плохо, и раздельно плохо. Многие понимают, о чем я говорю. Да, чувство дискомфорта, такая тяжесть присутствия, такое ощущение, что как будто бы не можете быть самими собой. Я потом чуть попозже расскажу разницу, потому что я находилась и в кармических отношениях, и в отношениях близнецового пламени, и могу понимать, в чем разница. Хотя у меня даже были моменты, когда я не, как сказать, сомневалась, что есть что и в этих отношениях. Шестое. Вызывают зависимость. Это очень яркий признак кармических отношений. Это созависимость. Когда два человека не могут друг без друга, но это такая, знаете, нездоровая как будто бы связь, вот как, знаете, как наркотическая какая-то зависимость. Все поглощающие, да, даже несмотря на проблемы, все равно людей как будто бы сталкивает, притягивает, и вот многократное схождение-расхождение. Седьмое. Существует много недопониманий. Такое ощущение, что это как будто бы с разных планет две души, да, и иногда сами участники подобных отношений не могут понять вообще, что они друг с другом делают и почему они до сих пор находятся вместе. Восьмой признак. Есть много взлетов и падений, да, как, он похож на как раз признак постоянных схождений, расхождений. Повторяющиеся ситуации – это девятый признак, то есть это цикличность, шаблонность каких-то определенных ситуаций или переживаний. Десятый признак – это то, что эти отношения проливают свет на теневые аспекты и на страхи. Двенадцатый признак – выявляют самое худшее в каждом из участников. Дальше я уже сбилась со счету, какие. В общем, следующий признак – это изматывающие эмоционально отношения. Я когда буду сейчас следом давать детали по близнецовым пламенам, мы с вами увидим, в чем разница. Изматывающие, умственные, эмоциональные, утомительные, да, часто особенно, когда находятся рядом люди. Следующий признак – вот это очень тоже яркий признак, чувство того, что невозможно отпустить. Это, наверное, один из самых главных уроков, которые проходят люди в кармических отношениях, что, вот знаете, вот такое ощущение, что вот если я сейчас отпущу этого человека, то все, жизнь моя на этом закончится. Пятнадцатый признак. Эти отношения не длятся вечно, то есть эти отношения конечны. И здесь я такую сделаю отсылку к тому, что чуть позже мы с вами остановимся на том, что мы сейчас живем во времени, в новой энергии, когда любые контракты можно аннулировать и отменить. Многие люди, которые работают с отношениями, было такое, знаете, целое, так скажем, учение, что ты должен эти кармические отношения проходить, если ты их не прошел в этой жизни, то обязательно нужно проходить их в другой. У меня к этому совершенно другое отношение. Мы вошли с вами в точку ноль, где наша карма полностью обнулена, и мы своим намерением можем любое истощающее взаимодействие, любую карму, которую мы по своему
да, по своей воле, а может быть и по манипулятивной воле кармических владык взяли на себя, все это можно остановить и разорвать. Другой момент, что некоторые участники, да, подсаживаются на иглу кармических отношений, на вот этот адреналин, который присутствует в них, и часто внутренне не готовы расторгнуть эти энергетические контракты. Теперь мы обратимся к близнецовым пламенам. Многие, кто сейчас услышал признаки кармических отношений, наверняка, как аннулировать, скажу позже, наверняка услышали, да, для себя отклик именно с близнецовыми пламенами, но сейчас мы с вами разберем, в чем же разница. Опять же, ребята, кроме вас самих, кто находится в подобных отношениях, никто вам не даст точного ответа, что вот ты точно в близнецовых пламенах или в кармических отношениях. Мы сами иногда теряемся в том, чтобы понять природу подобных трансформационных отношений, поэтому слушать можно никого. И иногда даже себя нам сложно услышать. Так вот, близнецовые пламена, для меня самое резонирующее, наверное, объяснение этому, это душа, которая разделилась на два фрактала и воплотилась. Ребят, здесь такой момент, это было в вопросе, может ли быть такое, что не проявлено в одном и том же физическом плане или там на одном и том же плане существования. Такое быть может, но сейчас, в момент перехода, очень многие чувствующие, видящие люди, души говорят о том, что плотность их воплощения одновременная сейчас очень высокая. У них есть своя задача, и они играют свою роль вот в переходе в другую мерность, в другую плотность. Поэтому эта тема и сейчас так стала проявлена в информационном поле. Так вот, это душа, разделенная на две разные формы, отличается от других отношений, потому что это тот тип связи и путешествия, которым нельзя поделиться ни с кем другим. Здесь есть в некоторых источниках информация о том, что близнецовых пламен может быть несколько, со мной это не резонирует. В моем понимании, в моем чувствовании близнецовое пламя может быть только одно. То есть вот так проявляется, по крайней мере, это в моем опыте и опыте людей, с которыми я работаю. Так, дальше по близнецовому пламени. Здесь такой пример приводится, что если мы, например, говорим о родственных душах, то это кажется как вот такая гармоничная мелодия, если мы будем сравнивать с мелодией, когда вот две души поют в унисон. Если мы говорим о близнецовых пламенах, это как будто бы одна и та же мелодия. Вот насколько это, ну, да, дает понимание того, что это одна и та же душа, просто проявленная в разных, просто проявленная в разных двух формах. Так, теперь по признакам. Каждые новые отношения приносят свой собственный набор сильных эмоций, бессонных ночей, бабочек, переживаний и так далее. Но когда вы встречаете близнецовое пламя, это невозможно спутать абсолютно ни с чем. Это очень сильное духовное, душевное переживание. Мгновенное узнавание и сильное притяжение. Здесь очень похоже это на кармические отношения, то, о чем я говорила ранее. Когда мы встречаем свое близнецовое пламя, возникает немедленное чувство узнавания и сильного притяжения. В одно мгновение связь укрепляется, и как будто бы все наши другие жизненные аспекты начинают меняться. Многие, кто переживают подобную связь, замечают, что жизнь делится на до и после. Вопрос, почему близнецовое пламя не навсегда? Близнецовое пламя навсегда. В этом и есть отличие от кармических отношений. Дальше, второй признак – синхронность.
Близнецовые пламена часто обладают чувством синхронности. Это не передать никому. То есть с кем бы вы ни пытались это обсудить, если человек не проживал подобный опыт, вам невозможно его рассказать. То есть вас просто будут не понимать. Синхронность заключается в том, что вы пишете друг другу в одно и то же время. Там, вплоть до того, что не брали телефон, там, я не знаю, особенно когда в стадии расставания, это вообще отдельная тема, мы будем глубоко ее разбирать на погружении, которое 20 февраля начнется. Ну вот вы находитесь в стадии разделенности, и наступает один и тот же момент, когда вы вместе одновременно решаете контактировать друг с другом. И это бывает вот вплоть до каких-то, ну, вот знаете, потусторонних вещей, когда даже люди, так скажем, далекие от эзотерики, от духовного, душевного, ну, то есть не понимают, как это вообще возможно. Да, синхронистичность. Часто обнаруживается множество совпадений и прошлых переживаний. Многие говорят о том, что похожи жизненные пути, похожи какие-то ситуации жизненные, да, переживания, какие-то бывают схожие семейные, да, там, схожие детство, например, или там схожее юношество. Третье. Сильные эмоции. Это очень схоже с кармическими отношениями, да, и усиливается как плохое, так и хорошее переживание. Четвертое. Усиливающаяся неуверенность и сомнения. Это тоже похоже на кармические отношения. Здесь, если, здесь знаете, в чем, опять же, будет всегда подспорье? Чем больше расширяется наше сознание, тем, чем больше мы начинаем чувствовать свою связь со своей опорой, тем меньше у нас остается сомнений, какого характера эти отношения. Дальше, пятое, чувство влечения. Тоже был вопрос по поводу того, что потерялась физическая связь. В моем переживании, и в, опять же, я опираюсь на свой опыт и на опыт людей, с которыми я работаю, физическая составляющая одна из ключевых. То есть это абсолютное соединение тела, души и духа. Соответственно, если начинает теряться физическая связь, не знаю, может быть, у вас какой-то отдельный опыт, опять же, не берите мои слова за догму, за истину, только слушайте только себя, но в моем опыте физическая составляющая очень сильная в этих отношениях. Опять же, бурность отношений – это снова пересечение с кармическими отношениями, да, это такое, американские горки, это всегда очень сильные эмоции и переживания. Каждая встреча – это какой-то взрыв, фейерверк. Но в то же время в отношениях с близнецовым пламенем вы будете чувствовать абсолютное домашнее родство. То есть, когда вы рядом находитесь с этим человеком, у вас ощущение дома, что это какие-то непередаваемые ощущения, какой-то теплоты, абсолютного какого-то слияния, какого-то тепла душевного, духовного и физического. То есть вот многие даже говорят, да, что чувствуешь, вот как будто бы ты дома. Кто-то пишет спокойствие, чувствуешь абсолютное спокойствие, да, особенно когда это период синхронизации, когда ну, есть так называемая передышка, да, вот вы какую-то трансформацию вместе прошли, и есть этап, когда это просто наслаждение партнерством. Дальше. Следующий очень важный признак близнецового пламени, что у каждого из пламен появляется очень сильное желание стать лучшей версией себя. Если в кармических отношениях это больше похоже на какую-то
наркотичность, да, вот какую-то нездоровость, то в отношениях близнецовых пламен каждый из участников, несмотря, неважно в какой, на какой стадии отношений находится два пламени, это очень сильное желание стать лучшим человеком. Это, то есть, если в кармических отношениях это, знаете, иногда разрушить до пепла, да, и вот из ничего как будто бы, да, вновь восстать, в близнецовых пламенах это постоянная трансформация в лучшую сторону. И когда урок отпускания пройден, в кармических отношениях это самый важный урок, это отпустить и дать себе возможность роста, да, но уже порознь. В близнецовых пламенах это прохождение урока отпускания, роста, порознь, и когда есть абсолютное понимание того, что несмотря на любые преграды, несмотря на любые расстояния, эти, да, эти две части одного целого, они вместе вот навсегда. И этот рост происходит, ну, он на всех уровнях происходит. Соответственно, даже когда разные, да, опять же, энергии похожие, но пути у таких отношений совершенно разные, и уроки будут совершенно разные. Поэтому, если мы говорим о том, что очень важно находить возможность общения с людьми, которые испытывают подобный опыт, когда вы увидите точки соприкосновения, но в то же время это будет... каждый будет проходить свой урок. Вот на примере я по себе могу сказать, да, очень большое количество трансформаций я прошла за эти 4 года. То есть у нас 4 года, получается, с момента встречи и 3 года с момента того, как мы находимся, ну, как мы вместе, так скажем. И один из уроков, который я проходила, это чувство безопасности. И как вас будут к этому возвращать вновь и вновь. И очень сложно порой проходить это, потому что возникает вот это, знаете, чувство, что да нет, это он плохой, да нет, вот это он мне там чего-то не додает, да, вот это как постоянно нас будут макать в то, чтобы брать на себя ответственность. В другом случае, в другой, да, паре, с которой у меня было очень тесное взаимодействие, это было принятие картин мира друг друга. Несмотря на то, что абсолютное совпадение в моральных принципах, в отношении к жизни, есть полярно противоположное восприятие жизни, и рост идет именно за счет того, что два близнеца, ну, это, кстати, во всех, наверное, отношениях, учатся принятию разных картин мира. Здесь еще, знаете, такой важный момент, что есть такое... Очень много особенностей, поэтому целых 5 дней мы будем в этом разбираться, но я постараюсь то, что сегодня могу сказать. Это сочетание несочетаемого. Это очень сильные контрасты и одновременно очень сильная синхронистичность. Поэтому я настоятельно рекомендую всем тем, кто в таких отношениях находится, да, обращать всегда внимание на то, что будут вас выводить из догматичности. Эти отношения трансформируют вообще в целом восприятие себя и восприятие мира как такового. Будут рушиться, так скажем, рушится ожидание относительно того, что такое отношение мужчины и женщины. То есть это вот, ну, такая сильная трансформация, что любой, кто находится в подобных отношениях, с точностью может сказать: я другой человек, и я стал намного лучше. Я стал намного лучше. Вот в этом смысл подобных отношений. Так,
Что здесь я еще хотела сказать? Главным уроком и в том, и в другом случае является любовь к себе. Как бы это тривиально не звучало, во всех отношениях к трансформирующих это принятие своей собственной целостности, это полностью принятие самого себя и своей ценности. В кармических отношениях, как правило, мы пытаемся заткнуть дыры, да, вот этой нелюбви к себе другим человеком. И этот другой человек дает нам вот этот адреналин, эмоциональную какую-то составляющую, и нам кажется, что вот мы как будто бы, знаете, себя как будто бы больше любим. В близнецовых пламенах очень похожая энергия, но это более бережное отношение к себе, когда ты действительно по-настоящему начинаешь сострадательно к себе относиться и давать себе возможность этой трансформации, вот какой-то всецелой, эти отношения очень исцеляющие. То есть, почему я говорю, да, что один из главных уроков – это прийти к тому, что ты готов отпустить и пожелать, да, вот другому человеку, которого ты безусловно любишь, а близнецовые отношения – это именно отношения безусловной любви, и ты готов принять его рост и принять любое его решение. Но, конечно, по пути там огромное количество боли. Я, опять же, на все эти темы буду делиться в узком кругу, потому что, ну, какие-то вещи как бы так на широкую публику неправильно рассказывать. Вот, поэтому давайте, да, резюмирую, прежде чем я перейду к ответам на вопросы и к тому, как разорвать контракты, если вы в кармических отношениях находитесь. Резюме такое. Любые трансформирующие отношения, все это о нас самих в первую очередь. У нас будет постоянно возникать желание обвинить другую сторону в том, что эта сторона с нами как-то не так поступает, что эта сторона недостаточно хорошо к нам относится, что мы недостойны такого поведения и так далее. Все это, да, и в том, и в другом случае, и в кармических отношениях, и в близнецовых пламенах, это отношения о нас самих. Это отношения, которые учат нас принимать себя и учат нас очень иногда такими жесткими методами расти и достигать своего наивысшего потенциала. Просто в кармических отношениях это может быть какой-то перечень, список уроков или иногда один урок. В близнецовых пламенах это постоянно меняющиеся задачи. Да, то есть вы увидите, что с течением этих отношений трансформация происходит, и на каждом этапе это какой-то другой урок, какая-то новая интеграция какой-то части себя. Эти отношения учат слышать себя и ставить себя на первое место. Что это значит? Что будут очень сложные ситуации, когда нужно будет выбирать себя. И, как правило, очень тяжелые переживания будут связаны именно с тем, что мы начинаем растворяться в другом человеке, и у нас заканчивается рост. То есть мы останавливаемся, мы начинаем сливаться с другим человеком, начинаем жить другим человеком, и конфликтность и разочарование начинают нарастать. Все это поворачивает нас всегда, да, разворачивает к своему истинному, аутентичному пути, и иногда решение принимать очень сложно. Как, например, в моем случае, да, мне нужно было принять решение для того, чтобы уехать в Россию, и, да, мой близнец остался на другом конце планеты. Но, опять же, мы находимся на такой стадии, когда это для обоих, для нас было такой большой неожиданностью, что мы достигли, ну, определенного уровня, как сказать, осознания того, что мы оба вырастем по раздельности. И это решение необходимость, да, ну, в общем, здесь много таких моментов, я очень много о своем личном опыте буду говорить в узком кругу.
Так, давайте теперь к вопросам. Так, давайте я почитаю комментарии, потом мы с вами перейдем к тексту. Я его обязательно опубликую отдельной публикацией, да, к разрыву контрактов. И перейду к вопросам, которые были под постами и в окошечке. Так, сейчас, секунду, ребят. Так. Сейчас я домотаю. Так, кто-то говорит, когда у кармического партнера жена ведьма, это кошмар. Когда у кармического партнера жена, уже стоит задуматься об очень и очень многом. Я могу сказать, опять же, по своему опыту, у меня не было отношений с тем, у кого жена, но у меня были отношения с тем, кто был в отношениях. Это на нас влияет очень негативно. Поэтому, кстати говоря, мои кармические отношения, их уроком было то, чтобы прийти к этому осознанию, что мы не можем энергетически впутываться туда, где есть другая энергетическая связь. Кстати, у близнецовых пламен тоже бывает этот урок, но близнецовые пламена тоже должны прийти к решению, к тому, чтобы закрывать одни отношения, брать на себя ответственность, сделать это очень экологично, да, и так далее. В кармических отношениях, как правило, тоже участники учатся тому, чтобы брать на себя ответственность и не тянуть за собой вот эту вот как раз карму нарушения взаимодействия, которое, опять же, ребят, так скажем, чтобы было понятно, кто-то меня может воспринимать в современном мире как вот какую-то прям пуританку, знаете, монашку, но я пришла к этому со временем. Понимаете, у меня были всякие уроки в жизни. У меня был период, когда я просто летала и, значит, по свиданиям там порхала и так далее. Это все приходит с пониманием определенным, с ростом осознания. Для кого-то, возможно, окей быть вот это free love, там полигамия. Вот для меня лично это не моя вообще история. Поэтому все, что касается там отношений с замужними, с женатыми, у меня к этому достаточно, ну, у меня к этому четкое отношение. Проходить уроки, осознание того, что это энергетически негативно. Так, ну вот продолжается комментарий от Angelic Dreamer. Драмы с его женой уже третий год. Она на меня нападает и копирует. Но что здесь я могу сказать? Ну, у меня к этому, я уже отношение высказала свое. Так, Matrix New Era, у меня 100% кармический брак. Ну, кто в браке, необходимо разбираться, какие уроки проходите. И понимать, есть ли у этого потенциал для того, чтобы закончить кармическую часть. Бывает, ребят, еще такое, что заканчивается, например, кармическая часть, и, ну, это крайне редко, и они переходят, например, в качественно другие отношения, когда вот это вот надрыв, да, он уходит. Но это крайне редко. Но опять же, я призываю к тому, чтобы не принимать все за догму, не принимать все вот, что вот только так, а никак иначе. Слышать себя. Так, если в таких отношениях рождаются дети, в каких отношениях? Уточните, пожалуйста. Так, Angelic Dreamer, как аннулировать? Сейчас расскажу, как аннулировать. Так, дальше. Нади Альдо. Такие люди должны жить и быть вместе всегда. Давайте так, никто никому ничего не должен. Начнем с этого.
тоже есть такие вопросы, знаете, вот как будто так или никак. Это всегда уникальный абсолютно опыт двух людей, и у всех пар этот опыт совершенно разный. Он зависит от того, какую точку роста проходит конкретная пара и конкретный близнец. Поэтому здесь... Но то, что эти... Здесь я по себе могу сказать четко, что это абсолютное осознание того, что все, мы вместе навсегда. Вот это осознание, оно со временем только больше и больше становится. То есть оно расширяется, и если в начале там в сложных этапах это постоянные сомнения, это постоянное желание из этого выйти. Сейчас вот, да, кстати говоря, о разрыве. Когда у меня были сомнения, что это кармические отношения, я очень много раз приходила к тому, что я вот этот текст, который мы сейчас с вами вместе зачитаем, зачитывала каждый день. То есть я обращалась к Первотворцу с задачей, что если это кармические отношения, разорвать эти контракты. То есть мне настолько было, как сказать, мне было не страшно отпустить этого человека. То есть для меня было важно оставить только то, что действительно для моего наивысшего блага служит. Поэтому, когда я начала понимать, да, с ростом, с расширением, что это действительно отношения, которые постоянно растут, тогда есть нарастающее чувство, что эти отношения... навсегда. Вот, по крайней мере, на сейчас я так чувствую. Но здесь тоже есть такой момент, что если вдруг жизнь предпримет какой-то другой поворот, мы никогда не знаем, что для нас готовит жизнь. Может быть, предписаны какие-то еще отношения, в котором он должен получить свой опыт ему. Или, может быть, предписаны какие-то отношения, которые, например, я выбираю, потому что мне нужен тоже какой-то другой опыт получить. Здесь вариативность огромная. И как раз в этом принятии того, что пути Бога неисповедимы, это тоже точка роста подобных отношений. Но есть ощущение такое, что всегда будет воссоединение, что это воссоединение будет всегда к лучшему и всегда к большему расширению. Так, Уленька Садыкова, в кармических отношениях может быть синхронистичность? Я не знаю, ребят, в моем опыте в кармических отношениях есть не синхронистичность, а неожиданность. Как раз вот этот вот присущий какой-то адреналин, некий вот такой вот, знаете, вот как вот на интересе, на каком-то, знаете, вот на таком жим-жим, вот это присутствует в кармических отношениях. Синхронистичность я, по крайней мере, в своем опыте не наблюдала. Амирка Таро Тета. У меня есть такой близнецовый человек. Встреча первая была нереальная и комедийная, мы сейчас не вместе. Я его не люблю от слова совсем, значит, это не близнец. Но раньше любил до мурашек, сейчас мы дружим, он недавно женился. Это не близнец. Если вы его разлюбили, это не близнец. Так. Совершенно разные мировоззрения, это кармические, скорее всего, да. Здесь важно понимать, что у близнецового пламени кодекс жизни очень похож. То есть... Вплоть до того, что, вот, например, там на одной стадии определенные отношения к детям абсолютно синхронистичны, через какую-то там стадию прошли, вместе одновременно поменяли отношения к семье. Да, к семье. В кармических отношениях, скорее всего, это прям сталкивание лбами, да, то есть это вот какое-то вот постоянное как будто бы противостояние двух разных точек зрения. Опять же, на моем опыте. Твоя уникальность. Вот сейчас у меня такой период. Ушла от того, кого люблю, с кем чувствую себя как дома. Но сейчас у нас разный путь трансформации. Интересно, сойдемся ли когда-нибудь, когда каждый пройдет свою трансформацию. Здесь я могу сказать лишь одно, что если это действительно близнецовое пламя, то 100% будет воссоединение. Но умение отпустить своего близнеца, чтобы он прошел свой путь,
это тоже один из уроков подобных отношений. Но вот это вот чувство внутри, что мы при любом, при любых обстоятельствах будем вместе, не сейчас, но потом, оно у обоих, как правило, присутствует. Так, у пламен не всегда все гладко, это мягко говоря. Мягко говоря, те, кто в таких отношениях, я не знаю, вы прекрасно знаете, сколько раз появляются такие ужасные переживания, ну, вплоть до каких-то суицидальных мыслей, причем от людей, у которых вообще супер стабильная психика, которые, я просто в своем опыте общалась с такими людьми, которые, они, во-первых, отрицали возможность такого, то есть это были абсолютно, так скажем, ну, люди, которые говорили, чтобы я был в таких отношениях, ни в коем разе, какие бы там сильные ни были чувства, я не буду в этом. И потом оказывались в таких отношениях. Поэтому там не то чтобы не все гладко, там это, ну, иногда ты так хочешь от этого избавиться, что ты готов там, знаете, когда люди в черном, если была бы, вот были такие у меня, например, точки, когда вот ты думаешь, если бы был вот этот вот люди в черном, которые пришли и стерли у тебя память, просто чтобы никогда этого человека не встречать, бывают вот такие мысли, чтобы просто вот стерли его, вот такие сильные болезненные переживания. Так, не понимаю, Анна Грязнова, ведет ли кто-то пламены? Я не понимаю, о чем здесь вопрос, перефразируйте, если возможно. Валенти Ди. Ну, по-моему, тут совсем очевидные вещи говорите про абьюзивные отношения. Каждый делает выводы сам для себя. Сейчас очень много информации, очень много размышлений, рассуждений. Берем то, что наше, отпускаем то, что не наше. У меня были кармические отношения, которые не были абьюзивными. Поэтому точно так же, как и в некоторые близнецовые пламя. Кстати говоря, важный такой момент. Со стороны... Почему я, да, в курсе говорю о том, что одну из точек, которую мы будем обсуждать, это влияние, очень сильное давление со стороны окружающих, друзей и родственников. Потому что все будут говорить, что вы идиоты, что вам не надо быть вместе, что вы друг над другом издеваетесь, что это нездорово. Но только вот эти два человека, оба, понимают, что они друг над другом не издеваются, и что, как сказать, что, в общем, здесь очень это сложно объяснить. Вот пока вы в этих отношениях не находитесь, вот так кому-то рассказать невозможно. Ну, это просто нереально. Поэтому, когда у меня проходила работа с ребятами в таких отношениях, мы прям иногда просто плакали, вот так вот созванивались, да, для сессии, плакали, потому что, ну, люди говорят друг другу, я думал, что я ни с кем никогда не смогу этим поделиться, потому что это так тяжело иногда, и настолько вот ты понимаешь, что тебе не с кем даже это обсудить, и просто на тебя все смотрят и говорят, что ты идиот там, да, что ты там дурочка там, тебя там за нос водят и так далее, то есть, а ты не знаешь, как, ну, то есть это возможно обсудить только с тем, кто в подобном опыте был, и это к абьюзу не имеет никакого отношения. Так, Angelic Dreamer, просто путаница, это кармический или близнец, вроде он раскрыл мои способности. Я уже говорила, что путаница будет возникать, и самое главное, если путаница, в обоих случаях быть готовым отпустить этого партнера. Это ключ ко всем дверям, и это главный один из уроков. Когда вы готовы отпустить, вот просто усилием воли, просто выйти из этого, близнец всегда вернется, вы всегда будете вместе. Через какое время, это уже, да, путь каждого. Но вот эта внутренняя готовность отпустить, кармический пойдет своими делами заниматься, близнец будет воссоединение. Так, как я вас понимаю, Валенти Ди, может быть такое, что была семья и... И вдруг кто-то из двоих супругов готов отказаться от всех и детей и своих ради своей встречной близнецовой любви. Это очень один из самых сложных уроков близнецовых пламен, потому что выйти из семьи можно только лишь с абсолютным экологичным выходом. Что я здесь имею в виду? Это понимание ответственности.
понимание того, что, особенно если это глава семьи, если это мужчина, понимание того, что необходим честный разговор со своей женой, честный выход из этого и абсолютное понимание ответственности перед детьми. Вот. Только в этом случае, опять же, это только на мой взгляд, да, мое субъективное мнение. Дальше близнецовые пламена могут трансформироваться. Так. Асазари. Есть явные признаки, что это именно близнецовые пламена. Явных признаков есть только у вас внутри. Я 100 раз это буду повторять. Явные признаки – это только ваше личное осознание, ощущение, которое иногда, а иногда и часто, будет постоянно в сомнении. В моменты сильной трансформации вы будете сомневаться, а может быть, я там себе напридумывал, может быть, я там себе насочинял, может быть, я себе романтизирую. Вот, кстати, да, один из дней мы будем посвящать именно тому, как понять, романтизируем мы это, идеализируем или нет. Здесь четкие есть техники, когда мы отключаемся от эмоционального, да, эмоциональной составляющей и рефлексируем. Это все мы будем в группе проходить. Анда Коленик, 90. Как же понять, что уже отношения никак не восстановить? Живем уже 2 года отдельно, но и не в разводе. Ребят, здесь очень много ситуаций вот таких индивидуальных. По вот такому предложению сложно понять. Нужно копаться в причине и следствиях. Валенти Ди. То есть все пары делятся либо на кармические, либо на близнецовые? Нет. Мы сегодня говорим о трансформационных отношениях, когда человек меняется вплоть до неузнаваемости. Да, гармоничные отношения, вообще в целом отношения, это тема другого эфира. Так, расскажите, пожалуйста, о бегунах. Вкратце расскажу, что есть некое, некое разделение на этапы. И в кармических отношениях, и в близнецовых. У близнецовых пламен есть этап, который называется «бегун и преследователь». Он очень смешной, потому что оба близнеца находятся и в той роли, и в другой. Но мы будем над этим смеяться, опять же, в личном взаимодействии, потому что я буду свои истории рассказывать, истории своих людей, с которыми я работаю. Но в целом здесь смысл один, что один из близнецов начинает убегать, потому что слишком сильны страдания, слишком сильно переживание, особенно когда нету понимания того, да, на что в себе необходимо обратить внимание. Многие говорят, да, о том, что это убегание от самого себя, да, вот этот страх, что я не переживу этих отношений в своей жизни. Так, дальше. Благодарю сердечно за ответ и надеюсь, что поможет. Оксана Смолевская. Близнецовое пламя, как это знакомо и так сложно, это... И так сложно, что трэш, да. Так, Бамбалейла, у меня совпадает все, что вы описали с одним человеком. Со временем любовь только усиливается. Самое главное понимать трансформацию, понимать в какую, да, понимать точку роста. Вот это самое главное. Если дети рождаются в кармических отношениях, ничего не могу по этому поводу сказать. Это очень частные случаи, так вот сейчас просто там какую-то там свою позицию высказать не совсем правильно будет. Так, Мизухара, 61-16. А вот всегда ли близнецовые пламена встречаются тут? У меня ни разу не встречала. Вопрос был, кстати, один из вопросов, у всех ли есть близнецовое пламя? Нет, не у всех. Поэтому... Кстати, да, сейчас так в этом логически перейду к следующему вопросу под постом был. Я тут приехала спустя 2 года к человеку, которого уже 3 года считала близнецом.
а он за 2 года, что мы не виделись, изменился, перестал верить в магию, подстёбывал меня за мое магическое мировосприятие, заразил меня своим цинизмом, да и вообще вел как холодный, постоянно отвергающий чел. Да, слушайте сразу посыл. А в итоге вообще предложил расстаться. Вот это яркий пример романтизации близнецового отношений с близнецовым пламенем. Я вот думаю, может быть, это не близнец был, или в прошлом он им был, а потом перестал. Такого не бывает. В моем понимании близнецовых пламен такого не бывает. Ну и следом, да, я насмотрелась «Матрицы» 4-й, и давай изо всех сил в него верить. Но что-то моя вера не особо помогла, так что я теперь, в принципе, разочарована в самой идее. Так вот, если мы прям вот так вот сидим и верим, да, что вот сейчас я встречу, и у меня будет какое-то... Так не работает. Как правило, в информационном поле, когда вам попадается это, вы находитесь в таком диком вообще переживании, что вам бы вообще скрыться с этих отношений и никогда вообще этого человека не встречать. Поэтому это яркий пример романтизации подобных отношений. И то, что увидела, по крайней мере, здесь я, он изменился, и он меня разочаровал. То есть мое ожидание не совпало с действительностью. Здесь просто надо делать выводы, что это никакого отношения не имеет к близнецовому пламени. С близнецовым пламенем вы можете 10 лет не видеться, встретиться, и все понятно. Опять же, это мой опыт, мое субъективное мнение в этом вопросе. Так, как понять, что кармический урок пройден в отношениях? Он перестает повторяться. Все. Перестает повторяться какая-то ситуация, перестает повторяться какое-то переживание. Оксана Смолевская. Да, я порой думаю, что это жуть и что я схожу с ума. Да, я психолог, я все понимаю, но что со мной происходит, это жуть. Надо разбираться с тем, что происходит. Фокус всегда должен переводиться на себя. Часто у нас есть желание переложить ответственность на своего партнера, думать, что это он должен измениться, что мы, опять же, да, мы видим в своем партнере все, что он должен поменять, чтобы стало все идеально. Вот это, как правило, тоже такой яркий пример. Мы вот прям знаем, каким он должен стать, чтобы все стало идеально. Но этим и есть вот это вот всегда вот это вот сосиской нам тапкам по голове, что вот в моменты, когда вот так все кажется нам несправедливым, все равно ты приходишь к осознанию, что это всегда о нас самих. Всегда. И порой я там, ну, сама когда переживала, когда тебе в один день так плохо, вот когда вот бывает, я знаю, кто переживает, да, что ты воешь прям вот от боли, вот так вот плач проходит. Это я уже сейчас могу так говорить, но сколько у меня прошло за вот это время, пока мы вместе, жутких, дичайших просто переживаний, ты всегда понимаешь в конце, что это о тебе самом. Что пока ты сам не пройдешь определенную трансформацию, да, ты будешь эту боль испытывать. Поэтому я вообще снимаю шляпу, на самом деле, кто выбрал для себя такой путь, потому что это кажется со стороны, что все так здорово и интересно, а на самом деле это сильнейшая трансформация, которая очень болезненная, очень болезненная. Так, Аллегрия HH, я убегала из этих отношений, а сейчас опять вместе, будто никуда не деться. Мысли друг друга слышим, друг за друга договариваем. Тоже один из ярких примеров. Видите одни и те же сны, договариваете фразы друг друга. У меня бывало, опять же, у меня приходят мысли-формы, да, как, знаете, когда с закрытыми глазами видишь. Я видела, да, мне тоже казалось, что я схожу с ума. А я закрываю глаза, вижу, знаете, как игра от первого лица. Я вижу, куда он идет, что он делает. Мне казалось, что я схожу с ума. Потому что, ну, человеку, для которого подобный опыт впервые, его и обсудить тоже не с кем. И ты думаешь, ну, что все, это как бы крыша улетучивается. Амирка Таротета. Получается, человек может любить 2 или 3 человек. Тогда я вас совсем не понимаю. Или кармические отношения есть близнецовые, значит, можно 2 любить. Я так не умею. Это где я в таком... Как это вы меня так поняли, интересно?
не понимаю, где это я в своем монологе сказала, что можно любить двух человек. Не говорила такого. Оксана Смолевская, я так говорила, что хочу, чтобы этого не было вообще, такие сильные болезненные переживания, я прекрасно это понимаю. Так, Елена Вицентиновна, благодарю. Оксана Смолевская, да, и все это влияние на нас тоже есть, и куча обстоятельств. Но нам не дают то, чего мы не можем пережить. Нам не дают ничего не под силу. Уленька Садыкова. У меня случилось так, что есть две дочки, а отец детей умер. Теперь отношения с мужчиной, у которого есть ребенок, и будет еще общий. Похоже, что настоящие отношения кармические. Но опять же, здесь о детях, ну, о ситуации самой кармической я как бы не знаю, поэтому, опять же, сказать ничего не могу. Почему вы считаете их кармическими? Вот в чем проблема. Вот в чем задача понять, почему вы считаете их кармическими. Актрайли. Как раз отношения абьюзивные, когда вы не должны быть вместе. Ну, это ваше какое-то описание абьюзивных отношений. Какое-то оно достаточно краткое, я бы так сказала. И, опять же, вот для вас это так, пусть это будет для вас так. Для кого-то это по-другому, пусть это будет для кого-то по-другому. Для меня абьюзивные отношения – это отношения манипулятор и жертва. Вот это, наверное, самый яркий пример. В кармических отношениях не обязательно может быть манипулятор и жертва. В кармических отношениях часто могут быть, оба выполняют роль и ту, и другую, поэтому... Оксана Смолевская, да, у меня есть одна подруга, прям которая меня понимает и тоже читает, и все мне скидывает инфу про близнецовые пламена, я так понимаю. Так, все говорите про мои отношения. Matrix New Era. Задача полюбить себя, научиться слышать себя. Я желаю счастья мужу, благодарю за все, стало сильнее. Как мысленно отпускаю его, приходят силы, но через время я начинаю страдать, чувство вины и долга. Чувство вины и долга – это какой-то ваш индивидуальный урок, его нужно понимать, разбирать, потому что чувство вины и долга – это очень сильные низковибрационные чувства, которые из вас вытягивают очень много энергии. Тоже надо разрывать, ну, сейчас зачитаем текст, да, по разрыву контрактов. Нужно разрывать такие контракты, которые мученические, которые вызывают вот такие чувства. Валенти Ди. Если человек встречает якобы любовь всей своей жизни, но его все осуждают, не принимают, так как у него семья и полностью меняется, становится агрессивным к другим. Пьет. О чем это говорит? Мне сложно сказать. Опять же, да, ребят, все, что связано с семьей, мы сейчас живем во времена абсолютной ответственности. Я знаю, что многим хотелось бы, может быть, услышать что-то другое в том плане, что нет, слушайте свое сердце и уходите из семей, бросайте детей и падайте в объятия своего нового влюбленного, возлюбленного. Я в этом совершенно другой позиции. Возможно, кому-то это так будет, кому-то по-другому. Но мы сейчас живем во времена роста осознанности, во времена, когда мы берем за себя ответственность. Брать на себя ответственность – это брать ответственность за свои поступки. Когда есть семья, дети, человек, с которым вы находитесь в браке, это задача номер один – сделать это так, чтобы не делать несчастными больше никого и выйти из этого так, как должен выйти, опять же, если это мужчина, мы никак не можем уйти от того, что, ну, как бы есть мужская энергия, это энергия чести, это энергия действия и энергия защиты. Вот, поэтому, если человек уходит от ответственности, от действительности, уходит от реальности с помощью алкоголя. Так, давайте прежде чем перейду к зачитыванию дальше комментариев, я сейчас зачитаю текст вместе, вы можете его послушать, понять, о чем он, и я обязательно сделаю публикацию с этим текстом.
Это из канала только в плюс. Я очень разделяю то, что делает автор этого канала. Сдам на него ссылку, в сторис выложу. Итак, текст. Здесь есть текст заявления Всевышнему Единому Творцу о своей воле выбора. Всего их три, но есть вот такой текст, который считается, как аннулирующим, отменяющим. И здесь главное использование своей свободы воли, права выбора. Так, читаем вместе. Изначальный единый Творец. Я использую свободу, волю, право выбора, данную мне тобой от рождения. Я принимаю решение быть вольным человеком и посвятить свою жизнь самосовершенствованию в ключе высшей истины, радости и красоты. Эти составляющие могут меняться в зависимости от внутренних ценностей человека, можете добавить сами от себя самостоятельно. Знай, о единый Творец, высшие силы небесные, что любая попытка со стороны кого бы то ни было навязать мне какие-либо формы поведения, несправедливо обвинить меня в чем бы то ни было, запутать меня каким-либо образом, подвергнуть мою волю или сознание манипулированию, сознательно или неосознанно ввести меня в заблуждение, перенести на меня ответственность за действия и поступки других живых существ, передать мне их долги из прошлого, настоящего или будущего, помимо моей явной воли, без моего твердого и осознанного согласия, пусть будет восприниматься тобой как нарушение свободы, воли, моего выбора, данного тобой, с последующим воздаянием или без него, по мере определяемой тобой и высшими силами небесными. Да будет так. Смысл этого обращения заключается в том, что если нашей воли манипулируют, позволение тянуть из себя энергию, если это кармические, например, отношения, из которых вы готовы выйти и уже больше там не отрабатывать какие-то там уроки, какие-то соглашения подписывал, часто вообще это сливание просто чей-то неотработанной кармы, поэтому выражая свою свободную волю, вы выражаете свое осознанное решение заканчивать любые манипуляции с собой, своей энергией и так далее. Всего этих текста три, я постараюсь их в ближайшее время выложить. Так, дальше. Оксана Смолевская. Я его чувствовала до встречи около 15 лет, но не понимала, что это. Как только начали общение, все стало понятно. Это, кстати, один из признаков тоже. Есть ощущение того, что скоро появится, что скоро кто-то появится. Это тоже многие замечают. Так, даже не знала, что это такое. Понимаю, у меня было то же самое. Спустя время пришла информация и хоть поняла, что это с нами. У меня тоже это было в опыте, когда со мной делился очень близкий человек, и по описанию мне сразу стало понятно, в каких отношениях этот человек находится, и как только я ей отправила информацию, для нее это было большим облегчением, потому что стало понятно, что ты не сходишь с ума, и это подспорье, некая навигация, то есть это не догма, но это очень помогает в том, чтобы разобраться в природе этих отношений. Вот все, что вы говорите, 1000%, точно знаю. Так, Оксана Смолевская, только к себе возвращаюсь, а нужно ли ему что-то говорить? Вот да, вою от боли. Александра, 19-93-03, могут ли кармические отношения перейти на новый уровень? Кармические моменты исчезают, и гармония приходит. Это знаете только вы. Если вы начинаете чувствовать, что какие-то уроки пройдены, слушайте себя. Возможно, все, опять же, повторюсь, мы живем в многомерной вселенной, где нету никакой догматичности. Поэтому мы сейчас, опять же, и живем в те времена, в тех энергиях, когда слушать нужно только себя. Если чувствуете, что есть потенциал, значит, надо дальше расти.
Мисс Дженни Джен. Как переводить фокус на себя, если есть очень сильная склонность к эмпатии и слиянию в отношениях? Нужно понимать, почему вы сливаетесь в отношениях, где не занимаетесь собой и своей жизнью. Опять же, ребят, ну, какие-то глубокие моменты вот так очень сложно рассказать, поэтому будут четкие, ясные инструменты, когда мы будем работать в группе. Так, Бамбалейла. Да, очень усиленный рост и развитие в этих отношениях с того момента, как мы встретились, произошла масштабная трансформация у обоих. Очень болезненная. Так, в близнецах любят только свое близнецовое пламя. Ну, здесь у меня, по крайней мере, в моем, опять же, опыте, все, ты понимаешь, что тебя больше не интересует никто. Вот, ну, вообще. У тебя приходит четкое абсолютно осознание, это иногда бывает там, да, разные ступени, у меня и был такой момент, да, я буду об этом, ну, делиться более открыто в группе, но здесь вкратце просто расскажу, что когда в моменты сомнений, когда хочется уйти, были моменты с обоих сторон, что мы пытались закончить эти отношения, пытались какие-то там встречи устраивать с другими людьми, но вот ты сидишь, и тебе хочется провалиться сквозь землю, ты там сидишь, например, на каком-то свидании, и все, о чем ты думаешь, как мне плохо, как я не хочу сейчас видеть вообще никого, никого другого, вот просто хочу видеть только своего любимого человека. И со временем ты приходишь к этому, ну, абсолютно осознанно. Вот сейчас мы находимся, да, не вместе. И это абсолютно осознанное решение, что мы готовы пройти через эту разлуку и делать это не вот так, да, что, ну, я-то пойду с кем-нибудь пофлиртую или там попереписываюсь, а это совершенно вообще, ну, другой уровень отношений. Владлена, psychologist. Вот я тоже психолог, постоянно жила из рацио. Эти отношения очень странные, зеркало зеркальное. Столько уроков уже прошли, но, слава богу, осознанности у обоих хватает. Здесь, да, чем выше, чем шире сознание, тем более безболезненно проходит рост. Вот, чем два человека, да, ну, меньше понимают, что происходит, тем сильнее переживания. Оксана Смолевская. После встречи с ним нет никого больше для меня. Сложно, но я иду. Владлена. Скажите, может быть такое, что мы проходим уроки? Просто за 5 месяцев столько изменений во мне, в нем, в пространстве. Тогда, когда все уроки закончатся, что будет? Мы разойдемся или что? Все трансформационные отношения – это трансформация, как ни странно. То есть, это, конечно же, уроки, опыт, рост. Поэтому, как я уже сказала, но повторюсь еще раз, в кармических отношениях прошли уроки, разошлись. В близнецовых отношениях прошли уроки, растем вместе до самой заключительной ступени – это воссоединение в безусловной любви и сотворчестве. Опять же, эту ступень мы будем обсуждать в группе, потому что возникают вопросы, да, там, например, а какое у нас может быть сотворчество, да? Ко мне это пришло осознание только после 3 лет отношений. До этого я думала, господи, какое у нас там может быть сотворчество вообще? Что мы там можем вместе делать? А сейчас я уже понимаю, и он уже понимает. Поэтому у близнецового пламени завершающий этап – это воссоединение безусловной любви и сотворчества. В кармических отношениях урок прошли, разошлись. Анна Коленик. Кстати, сейчас такой важный момент скажу. В кармических отношениях, если урок не пройден, и вы разошлись, то придет другой кармический партнер. Часто такое бывает, знаете, что, да что ж такое, мне одни и те же попадаются. Я вот, да, там, что вот все вот такие, они, все мужики козлы, да, там, все вот одно и то же у меня. Но это значит, что приходят разные люди, но с тем же самым уроком. Поэтому, если вы видите, что в отношениях кармических повторяющаяся ситуация, это значит, что вы ее не проходите. А если повторяющийся типаж отношений, значит, он будет даваться до тех пор, пока не пройдется этот урок. Поэтому иногда можно обрадоваться, ура, мы расстались, новые отношения, а тут опять hello, а урок-то вообще-то вы не прошли.
Так, то есть, если я поменяла отношения, приняла человека таким, какой он есть, но больше с ним быть не хочу, значит, урок пройден? Ну, наверное, да. Я не знаю, какой вы урок из этого извлекли, наверное, да. Если вас больше это не триггерит, если есть осознание того, что все, тот путь, который должны были пройти, прошли, скорее всего, да. Так, благодарю за ответ. Элизабет ЕФМ. Долгое время считала, что человек рядом близнецовое пламя, но оказалось, что кармические отношения – это распространенная ситуация. Но слушаю сейчас, и так многое сходится в описании, с описанием близнецового пламени, так много общих моментов. Как я уже и говорила, у меня были периоды, когда я очень сильно сомневалась в природе этих отношений. Поэтому, ой, сейчас, ребята, ой, затекло уже у меня все. Поэтому мы с вами и разбираем схожесть и различия. И поэтому я и говорю, что слушать можно только себя, и запутываться можно в этом. Вот знаете как? Чем меньше мы себя слышим, тем больше у нас появляется сомнений. Чем больше мы ожидаем того, что другой человек поменяется, тем больше у нас появляется чувство того, что это что-то не то, что это кармическое, что я хочу от этого отказаться. У каждого все индивидуально, слушай только себя. Так, Нана Космик, Наташа Сердечек, привет-привет. Астролог в Минске, благодарю, сердечки. Очень сильно отзывается, столько боли, но трансформация неизбежна, силы духа всем. И знаете, что такой момент? Каждый раз, когда вы расстаетесь, вам кажется, что навсегда. Вот кажется, что все, вот в этот раз точно навсегда. И это не ложь себе, это не кокетство какое-то, это реально вот настолько внутри вот все сильно больно, что вот тебе кажется, вообще изыди. И сейчас, так как вы видите, что плотность изменилась, я также общаюсь с близнецовыми парами, которые находятся десятилетиями вместе, и они говорят, что это иногда длилось годами, а тут буквально иногда за день бывает воссоединение. И это тоже просто что-то удивительное, что вот вчера оба прям все друг друга стерли, заблокировали, все стерли, подтерли. На следующий день одновременно происходит это воссоединение. Это, опять же, те, кто не находится в этих отношениях, со стороны все думают, что вы ненормальные, с вами что-то не так, вам нужно лечиться. Вот так это воспринимается. Орлова Пак Офишел. Близнецовое пламя может оказаться моим родственником. После смерти одного из близких, с кем были сложные, неполные любви отношения, пришла такая идея. Опять же скажу, может быть все что угодно, но я в этом не компетентна, поэтому я не знаю. Я близнецовые пламена только лишь могу быть полезной мужчин-женщина отношениям. Анжелик Дример. Значит, разрушение это кармические, а созидательные это близнецовые. Я бы не стала так разделять. Оба трансформационные. В близнецовых отношениях тоже есть много разрушительных моментов. Но в итоге все равно выходит к созиданию. В итоге это всегда созидающая трансформация. Поэтому здесь нет. Наверное, я бы с таким утверждением все же не согласилась. Слишком категорично. Так, Анжелик Дример, да, одни и те же приходят, ну, в кармических. М. Бодрова, можно было БП встретить еще в школе, но в силу глупости с ним разойтись, и потом встретить кармического. Возможно, все. Опять же, в моем случае это было, встретились, там была вообще сильная там история, разошлись. Потом опять встретились, поэтому там бывают вообще такие удивительные истории, да, я буду тоже о них рассказывать в группе, что, ну, вот прям, вот чуть ли там, не знаю, встретились на мгновение, когда было по 3 года, а потом сошлись там через 23, через 30 лет. Бывало вообще у меня такое, что 2 раза женились, разводились даже. И семьи уже позаводили. Поэтому здесь уникальный путь каждой пары. Так, в
кармических отношениях можно остаться вместе, если прошли урок. Вам знать лучше, ребят, вам знать лучше. Возможно, все. Валенти Ди. Как понять, что ты должен сделать, если один и тот же типаж отношений происходит? Разбираться, на что указывают уроки. То есть, ну, это, ребят, это очень индивидуально. То есть нужно разбираться в причине и следствии. Понимать, какая зациклившаяся ситуация, да, что необходимо в себе понять для того, чтобы разрывать этот порочный круг. Так, Амир Катаро Тета. В общем, я поняла, кармические отношения – это абьюзеры, которые идут друг за другом, абьюзеры, которые научили любви к себе. Ну, поняли и поняли. Так. Опять же, да, в моем понимании это не абьюзеры, поэтому, в общем, кто для себя какой сделал вывод, класс, если помогло. Владлена, psychologist, благодарю за информацию, за ответы на вопросы, очень ценно, благодарю, во благо. Так, однополые могут быть близнецы, понятия не имею, я не в этом не компетентна. Ну, возможно, опять же, я повторюсь, давайте, да, мы уже заканчиваем сегодняшнюю нашу такую интересную, животрепещущую тему. Наша Вселенная многомерна, возможно, все что угодно. Все, чему мы сейчас учимся, это как слышать себя, расти и принимать лучшие решения, которые во благо, нашему пути на всех уровнях, да, душа, дух, тело. Поэтому, да, могут быть подсказки на пути, может быть навигация, кому-то очень, да, помогают вот подобные эфиры, подобная информация, кому-то очень сильно помогает работа, когда мы можем прям проговаривать все это, поэтому, да, мы будем с 20 февраля вместе. Там посмотрим, как, сколько будет человек, но я уверена, что все эти люди не случайно вместе соберутся для этого, ну, так скажем, такой сакральной трансформации. Смысл в том, чтобы понимать причину и следствие, понимать, что ваш путь всегда только ваш путь, он не может быть чьим-то другим. Это опять же нас учит, да, когда мы прислушались к кому-то, чей-то совет восприняли, а у нас внутри, например, он не откликался, да, но мы вот решили пойти по чьему-то совету и допустили какую-то ошибку. Но опять же, ничего не является ошибкой, все опыт. Но нужно понимать самого себя. Почему я говорю о важности того, что понимать, романтизируем мы себе что-то, придумываем или нет, да, различать, где иллюзия, где что-то истинное, как это понимать. Все сейчас трансформируется, не истинные отношения разваливаются, да, то, что истинное, наоборот, усиливается. Поэтому самое главное – это слышать себя. Почему мы часто говорим о любви к себе? Потому что нужно полностью интегрировать все в себя, все свои аспекты, все свои травмы, все свои обиды, все, что нас тянет назад, что нам не дает расти. Подобные трансформационные отношения являются, так скажем, подспорьем, подмогой, как угодно, да, научиться видеть себя, слышать себя и расти. Самое главное, конечно же, это рост и расширение. На этой ноте мы заканчиваем. Я постараюсь выложить в ближайшее время текст, все три текста на то, чтобы разрывать контракты, аннулировать то, что больше не служит. Вот. И для тех, кому откликнулось наше групповое погружение, вся информация будет доступна в топлинке, и я еще раз буду дублировать публикации, стараться. Все, всем огромная благодарность, всех обнимаю, целую, всех благодарю за открытость, да, кто задавал вопросы, да, за доверие, в общем, и за нашу всеобщую совместную трансформацию. Пока-пока.